Наше озеро велико, плыть по озеру нелегко. Вот и в лодочке рыбаки от зари до зари. Как поднялась волна и закрыла небеса, испугались рыбаки. Что за чудо, что за чудо, что за чудо, погляди. Диво дивное плывет через весь небесный свод. Матерь Божия сама на иконе прибыла. Видишь, Машка, как ладно-то у тебя получается-то. Великое. Здесь, среди лесов и болот, такой свет, как увидели люди икону в небе, так и стали для нее церковь ставить. Смотри, а? Ой, где ты его нашел? У мальчишка отбил. Крыло у него подбито. Ну, где ты у меня? Где ты у меня? А, вот, голубчик, отыскался. И важный-то какой. Ну, иди-ка сюда. Да, что там? Ой, мамочка моя, лови! Светы. Машка, за лапы его! Дверь-то я не закрыла! Куда? Ты ж... Страшки мои! Гришка, Гришка, лови его! Машка, тряпкой накрой! Как же я теперь? Матушка, путеводительница, помоги дедушке! Краски я у него рассыпала, не хватит ему теперь. Как без красок-то, не успеет к сроку икону твою доделать. Помоги, матушка, прости меня, Богородица. Что делать, заступница, научи. Ура, убежали! Бей его! Врешь, пундус проклятый, не взять тебе наши стены. Бей воеводу! Ура! Маковки, маковки. Все, стала моя работа. И монастырь Тихвинский совсем рядом. Да не дойти. Там у монахов красок-то много. Эх, ножки мои, ножки. Ты куда? Я мигом, не шали, слушайся, дед. Трусы, пунтусы. Га, получай, вражья башка. Укрытие! Ура, мы победили, ура! Враги бегут. Ура! Ты куда? В монастырь за красками для дедушки. А ты чего увязался? Мне тоже надо туда, хочу посмотреть, где осада была. Пошли. Мне батя рассказывал, у шведов такая силища была, и хитрости у них всякие, и оружие разное. А монастырь взять не смогли. Дед мне говорил, там чудо было. Приедоша сопротивнее, свели ему стремление к обители Богоматери. Мняшеса разорить ее, и иже в нем святую чудотворную икону разбить и сокрушить. Воевода же князь Симеон, сущим с ним воинством, видя такое сих свирепство, борящийся с ними. Да, та осада по ярости все бои превзошла. Видя огненные стреляния и все ухищрения,
шведского воинства, паника охватила многих. Собрался народ в храме, молились и плакали в голос. И такое нашло смущение. Объявились те, кто надумал бежать вместе с иконою и тем спастись. Стали образ со стены снимать, а он словно прирос. Недвижима икона. Разве Божья Матерь покинет обитель свою? Стали мы свидетелями ее воли и заступничества. Заступлением Богоматери, нападя страх и трепет на противные враги, показалось ей бесчисленное воинство на всех странах. Не разбирая дороги, страхом объятые, кинулись немцы прочь в леса и болота, и там изгинули. Я же говорила тебе, Гришка, там чудо было, а то пушки. Отче, благословите, уже давно дожидаются, за красками пришли. Я мигом. А вы, батюшка, при осаде были? Служил. А ты, воин Григорий, кому служишь? Это как? Знаешь, усердно послужишь тем, кто нуждается в тебе, Богу угодишь. А то думаешь, только в бою человек сражается. Да, тяжела ноша. А ты, Григорий, Машу береги, слышишь? Слабых не оставляй, и владычица вас не оставит. Знаешь, чего скажу? Не монах по секрету. Старец этот сам воевода Симеон. Чего? Да ну, воевода? А я с ним, и он со мной. Сам воевода. Ух ты! Не двигайся! Держись! Руку давай! Помоги! Ой, что же это случилось, а? Неужто Машенька моя... Беда, деточка, внученька, не углядел. Дедушка, наш лебедь, похоже, свое крыло обновляет. Может, еще и взлетит? Новое крыло все равно не вырастет. Битая птица, вот в чем дело-то. О, уже лапти готовы. Можно примерить? Сейчас. Вот так. Великий ей. Неужто ошибся? Да не беда. Как раз к весне Машку на ноги поставим. И впору будет. Вот так. Крепко держи. Вот. Голубушка моя, эх, за что же так? Ведь только и делал, что Богу служил. Кто же знал, что не готов я? Не готов я к испытаниям. Вот, Машка, смотри, как солнце уже греет, а там и лето, глядишь. И пойдем мы с тобой в монастырь, к Тихвинской, на праздник. Я так старцу обещал. Смотрите, Гришка! Гришка-нянька! Гришка-нянька! Воевода сдался! Беги, угадался!
Дед, дед, говорил же я, что взлетит. Смотри, Маша. Чудо! Как же это я? Матушка, прости, всю жизнь я с красками беседовал, а до тебя, к тебе вот... Да, прости меня, путеводительница. Путеводительница. Слепой был, слепой, совсем слепой. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась душ наших. Не оставь, владычица, внучку мою. Радость-то какая! Как благодарить-то буду за милость твою с Машей? Чудо какое! Воистину привела путеводительница. Он как привела к себе.